вот этот туман. Увидев человека, болотница начинает горько плакать. Dark Ghost. Про это болото я узнал в интернете. Где оно находится, я не буду рассказывать по той причине, что многие люди захотят сюда приехать, так как болото само по себе опасно, плюс еще здесь аномальная зона. На этом болоте часто пропадают люди, и очевидцы, которые смогли выйти с этого болота, они рассказывали, что слышали жуткий вой. Этот вой будто бы сводил их с ума и подталкивал их на опасные действия. Я не буду сейчас говорить, на какие действия, потому что YouTube снова меня заблокирует. Сегодня я хочу проверить, на самом деле ли так это, и на самом деле на этих болотах жуткий вой, который наводит ужас на людей, что люди бросаются в панике бежать домой. Вот, я не знаю, на самом деле это так. Я буду оставаться здесь на ночь. Вот в данный момент я сижу в палатке. На улице у меня два штатива. Один будет на одном штативе свет, на втором штативе будет камера. Вот эта камера, и вторая камера будет меня снимать в палатке. Вот это. Ноутбук. Я подсоединю камеры и буду сидеть в палатке, наблюдать, допустим, что происходит на улице. Просто надолго, конечно, его не хватит, заряда ноутбука. И буду ждать вот этого легендарного воя, если он, конечно, будет. В общем, все, друзья, сейчас я все размещу, камеру установлю на улице, подсоединю к ней провода и начнем. Так, включил вторую камеру, все, эту подсоединил. Сейчас проверим, как что будет работать. Так. Угу. Все работает. Так, сейчас эту камеру оставлю здесь. Настрою немного фокус и выставлю, наверное, еще один свет. Я отключу камеру, пока еще светло. Дождусь темноты. Так. Выставить надо немного фокуса. Уже потемнело. Можно уже включать, наверное, камеру. Хотя фиг знает. Ну, еще немножко, минут 10 поваляюсь. И буду включать. Меня комары уже задрали. Я забыл, что я еду на болото. А на болоте постоянно очень много комаров. Их даже спрей не убивает. Многие спрашивают, вернусь ли я снова в дом Павла. Стоит ли мне туда вообще возвращаться? Но многие хотят, чтобы я туда вернулся, установил камеры. Если я вернусь в дом Павла, то это будет ближе к осени. К концу лета, ближе к осени. Так как я буду приобретать еще одну камеру, экшн-камеру. Поэтому, чтобы больше расставить камер, еще на чердаке можно поставить камеру. Вот. Поэтому, друзья, возможно, я еще вернусь в дом Павла. Пойду я включать ту камеру. Не знаю, видно будет. Здесь было движение. Я с той камеры просто улично видел.
здесь, если внимательно присмотреться, то ли вот этот туман, я сейчас ближе покажу. Ну, есть какое-то движение. Вот, видите, вот это облако и вот это. Посмотрите, как оно движется. Сейчас я выйду на улицу, посвящу фонариком, который светит вдаль. Посмотрю, хочу узнать, что вот это за туман такой. Вот этот и вот этот. Сейчас я... Вот это сейчас реально жуткий вой. Это второй прожектор. Так, друзья. Опа, что так фокус гуляет? Наверное, от комаров. Вой сейчас прекратился. Но это реально жутко, это просто пипец.
справа от меня был. Нет, буду я лучше не лететь, наверное, с палатки сейчас. Шнур подсоединю. Ну пока. Сейчас. Друзья. Все. Теперь я буду управлять уже камерой. Понятно, что палатка от этих сущностей не поможет, но все же я как-то себя здесь чувствую более комфортнее, нежели на улице. Сейчас посмотрим, что там. Куда этот туман пропал? Вот который был здесь, здесь и здесь. Не знаю, друзья, мне это кажется или... Здесь туман. Сейчас поставлю на запись. Тут светится. Вот видите? Вот, что-то светится, видите? Ну-ка. Что еще было? Ну-ка. Пока что, друзья, полная тишина. Я принес сейчас с улицы камеру. У меня сел ноутбук, поэтому уже сидя здесь я не посмотрю в камеру. А пока я сидел, тут очень плохо ловит интернет. Грузил в Википедию, узнал кое-что о болотном духе. А, называется он болотник. Злой дух, хозяин болота. В восточнославянской мифологии на русском севере обычно говорится о женском духе болота, его хозяйке болотнице. Внешний вид болотника описывается по-разному. Это то неподвижное, сидящее на дне болота, грязное, толстое, безглазое существо, то мохнатый человек с длинными руками и хвостом.
Болотница представляется как девушка или как старуха. В основном считалось, что болотник относится к человеку агрессивно, стремится заманить в трясину и утопить. Сведения о болотниках и болотницах немногочисленны. Их образы смешиваются с образами лесных и водных персонажей. Между тем, болото в представлениях славян выступало место обитания многочисленной нечисти. Прежде всего... прежде всего чертей. Все, здесь больше ничего нет. Так, иногда на болоте перемигиваются блудящие синие огоньки. Болотница, родная сестра русалкам, тоже водяница. Но это по мифологии. Увидев человека, болотница начинает горько плакать. Так что всякому хочется ее утешить. Но стоит сделать к ней хоть шаг по болотине, как злодейка набросится, задушив в объятиях и утащив в топь, в пучину. Но вот этот плач, я не знаю, вой вот этот, возможно, и есть этой болотницы, либо здесь что-то другое, какая-то аномалия, которая еще не разгадана учеными, либо что-то реально паранормальное. Я не знаю, либо, ну, не зря же вот эти все мифологии, да, вот мифы, легенды, которые складывались еще с древности. Люди знали, люди верили в это, то, что на болотах нечисть. Ну и факт в том, что люди пропадают на болотах, и то, что сколько людей рассказывает о том, что происходило с ними на болотах, те, кто выжил. Это, конечно, ужасно, и я не знаю, что это на самом деле. Ну, как мое мнение, это чисто мое мнение, что здесь, на болотах, реально что-то паранормальное. Конечно, есть какие-то свои аномалии, которые можно как-то доказать с научной точки зрения, да. Тот же самый вот метан, который выходит из болота. Вот эти звуки бульканья, это газ. Но вот вой и вот эти синие огоньки, вот как говорили, я не знаю, что это может быть. Но это реально жутко. Сейчас я еще раз, там прожектор у меня горит на улице, да, еще горит. Вот, сейчас еще раз выйду на улицу, посмотрю, нет ли того огонька, который мы видели, вот этот синий огонек. Вот, вой, кстати, прекратился. Сейчас время. Так. Время. Так. Вот. Не видно. Блин. Расфокус. Короче, 27 минут первого. Уже за 12, а все прекратилось. Хотя вот все вот эти звуки, вой, все это было до 12 часов. Блин, вот это жуть. Главное, мне не замерзнуть здесь. Ну что, уже прохладно. В общем, все, друзья. Если что-то будет, я обязательно включусь. Прошло минут 15. Только что был вой. Он и
со стороны болота и с той стороны, вот где луна. Не знаю, видно сейчас будет. Вот, светится. И вот опять. Я сегодня точно не усну. Здесь реально какой-то навеивается страх непонятный. Казалось бы, ну, вот эти звуки, да, но для тех, кто впервые вообще с этим сталкивается, с паранормальным, то да, для него будет страшно. Но так как я уже неоднократно и не на одной был в заброшке, даже мне сейчас реально жутко. Вот многие меня спрашивают, когда тебе было страшно? Мне сейчас страшно. Вот. Не знаю, то ли так болото это реально влияет на человека, что появляется вот этот жуткий страх. О, блин. Да кто-то по кустам шел к палатке. Не знаю, может, я просто себе это... Не, ну хоть вой вот этот... Не может же мне казаться. Я потом посмотрю на видео, был ли по-настоящему вой, либо это у меня в голове уже. И вот этот... Либо сейчас выйти, просто посмотреть что-то. Так, друзья, я снова отключаюсь. Если что-то будет, то я включусь. Я реально уже устал, и мне охота отдохнуть. Я не могу уснуть, когда здесь такое происходит. В общем, все. Совсем недавно я проснулся, уже сходил, погрел руки. Не знаю, что ночью происходило, я крепко спал. Ну а так, если вам понравился такой формат, формат болот, то, возможно, в будущем я еще буду посещать какие-нибудь болота, так как их очень много. И практически на каждом болоте есть какая-то своя аномалия. Это по-любому. Просто вот это болото я нашел... Вернее, информацию про это болото я нашел в интернете, и, как бы, это известное болото. Поэтому, друзья, я не буду говорить, что это за болото, опять же, чтобы сюда не приходили люди, так как это опасно. Кто захочет, тот найдет. Кадры с квадрокоптера вы видели этого болота. Если кто здесь уже был, то узнает это болото.